Сегодня памятный день. Проходят года, проходят десятилетия, но мы вновь и вновь вспоминаем своих героев, которые отдали свои жизни за независимость и процветание нашей страны в мирное время. За радость детских улыбок, за ласки матерей и жен. 20-я бригада, дивизия до сих пор несет вахту по охране безопасности нашего региона, нашей страны. Дорогие друзья, ежегодно мы собираемся здесь, чтобы вспомнить о тех, кто защищал интересы нашей страны по борьбе с терроризмом. Они начинали борьбу с терроризмом. И сейчас это зло пытается завоевать весь мир. Они делали это, придерживаясь традиций, которые заложены нашими отцами и дедами в Сталинграде, и выполнили свой долг. Мы всегда будем помнить их и будем уверены, что наша 20-я мотылковая бригада выполнит все традиции, которые положено ей выполнять по долгу. Знаете, какая сегодня обстановка? И на Ближнем Востоке, и в Европе что творится. Да посмотрите, что в Киеве вытворяют неонацисты, с факелами ходят и тому подобное. Пока мы помним этих ребят, пока мы собираемся, это стало уже традицией. Я знаю одно, что и 8-й гвардейский корпус, и 20-я гвардейская дивизия как бы в строю и выполняют свою роль по защите нашей Родины. Я думаю, что пока мы живы, мы так и будем собираться 6 января. Кто живы, дай Бог вам здоровья, не болеть. Ну а этим ребятам светлая память. Пока здесь мы стоим, эти ребята с нами, но они на небе. Еще молимся упокоение усопших рабов Божьих и просите им все согрешения вольные и невольные и даруй ему Царство Небесное, где нет ни печали, ни воздыхания, а жизнь бесконечная. И от имени их я вам говорю такие слова. Да приказывают они нам долго жить. Это прискорбно, что в мирное время погибают люди. Но то, что прошло 20 лет назад, не пошло на пользу некоторым правителям. И то, что сейчас происходит в мире, все прекрасно понимаете, все прекрасно видите. Идеи исламизма бродят в умах народа. И то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, где все страны объединились в борьбе с этим злом, показывает, что враг все равно еще не успокоился. И я хочу заверить ветеранов, что воины 20-й дивизии, которые унаследовали знамена, ордена 8-го корпуса 20-й мотылковой дивизии, с честью продолжают ваши традиции, ваши идеалы, которые вы заложили в умы своих подчиненных, которые стали уже большими начальниками. Если случится беда, воины бригады встанут в общий строй и выполнят поставленную задачу. В этот памятный день хочу вам пожелать в первую очередь крепкого здоровья, успехов во всех ваших начинаниях, чтобы те идеи, которые, те традиции, которые были вами заложены, они не забылись. Мирного вам неба. А действующим военнослужащим, я желаю, чтобы оружие применялось только на полигонах.